Министерство энергетики подписало контракт с международной консалтинговой компанией McKinsey & Company для проведения детальной диагностики системы газоснабжения Азербайджана в рамках выполнения распоряжения президента страны от 29 мая 2019 года об ускорении реформирования энергетического сектора. Согласно документу, компания окажет консультативные услуги в процессе подготовки предложений по проведению реформ для повышения эффективности системы газоснабжения и надежного обеспечения спроса потребителей, сообщает Министерство энергетики. Результаты диагностики будут использованы Министерством энергетики для формирования подробных предложений по предотвращению потерь в системе газоснабжения, повышению точности измерения потребления природного газа в стране, совершенствованию управления. На основании этих результатов будут подготовлены предложения по постепенному переходу на рыночные отношения в сфере газоснабжения, повышению эффективности инвестиций и модернизации нормативно-правовой базы. Наряду с этим, в соответствии с распоряжением президента, министерству поручено на основе предложений подготовить проект закона о газоснабжении, в который планируется включить необходимые для осуществления реформ законодательные инициативы. Самира Заева, CBC.